Дело «Автоледи в погонах» направлено в суд. Летом 2009 года замначальника отдела по расследованию дорожно-транспортных преступлений ночью на личном авто двигалась по одной из улиц областного центра. На внедорожнике «Автоледи» не было номерных знаков. Нарушив несколько правил, женщина за рулем допустила столкновение с автомобилем «Москвич 2141». В результате ДТП водители пассажиры отечественного авто серьезно пострадали. Дело присвоили гриф особой важности, так как под угрозой была честь мундира. Расследовали его более 3 лет, поэтому в суде дело может быть прекращено за сроком давности. Женщина до сих пор работает в должности старшего следователя. Скорость выбрала без учета интенсивности движения дорожных и метеоусловий. Не соблюдала сигналы светофора, знаков и разметок при возникновении опасности для движения. По версии следствия, она совершила заезд на сторону проезжей части, предназначенной для движения во встречном направлении, то есть на встречную полосу, где и было допущено столкновение.